Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сером 1 фриплей. Первый сер, у них здесь Кирилл Путбуль. Не забывайте вводить по ник по регистрации и также не забывайте вводить мой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. И при достижении 5 уровня вы получите 50 тысяч, при достижении 10 вы получите 100 тысяч. То есть в общей сумме вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сере 1 фриплей. Также он будет в описании под этим видео. Ну что ж, чуваки, давно не было сериечек по Мазингу. Это 5 дней. С чем это связано? Это связано с тем, что я, во-первых, болел. Во-вторых, я не вижу больше от вас активности по Мазингу. По предыдущей серии, это была про армию сериечка. Там набралось довольно-таки мало лайков, там 80, по-моему. И довольно-таки много дизлайков, но это не важно. Мы же с вами договорились, что я вернусь на Мазинке, и вы будете активно поддерживать меня и мои серии. Я стараюсь снимать хорошие серии, интересные. Как бы, если вам что-то не нравится, можете предлагать это в комментариях. Поэтому, пацаны, если вы хотите чаще видеть Амазинг, и чтобы чаще выходили серии, вам нужно быть активным, вам нужно ставить лайки, чтобы под каждой серией набиралось как минимум 200 лайков, потому что, пацаны, у нас 14 тысяч почти на канале, и активность довольно-таки малая, маленькая от вас, поэтому обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Итак, сегодня у нас, пацаны, будет новая рубрика. Честно, я не знаю, как ее назвать, но я вам сейчас все объясню, что вообще за рубрика и что мы будем делать. Мы будем заниматься благотворительностью, но немножко не стандартно. Каким образом? Я думаю, вы знаете все такую тему, как ассистент Алиса. И с помощью нее мы будем убирать игрока и выбирать рандомно сумму. Каким образом? Например, сейчас онлайн у нас 237, да? У Алисы спрашиваю число. Давайте, допустим, от 1 до 500. Алиса, назови число от 1 до 500. Число 189. Ну, я думаю, вы, короче, поняли. Насчет игроков вы поняли, типа, я смотрю, какой сейчас онлайн, говорю от 1 и до такого, сколько онлайн сейчас, допустим, от 1 до 230, все, отлично, думаю, вы это все поняли. Насчет денег, пацаны, я вот снял 300 тысяч, получается, я буду Алисе говорить от 1 до 10, чтобы она число назвала, и которое число она назовет, так какую сумму я ей дам. Допустим, она назовет число 7, 7 это 70 тысяч, точнее, 10 это 100 тысяч, 9 это 90 тысяч. Ну, короче, я думаю, вы это все поняли. Во-первых, я буду рандомного игрока, будет Алиса выбирать, и рандомную сумму, которую я должен ему дать. Да, конечно, 100 тысяч это небольшой бюджет, ну, на одного человека. Но если вам это будет нравиться рубрика, если вы будете ставить лайки, то, ну, точнее, если даже у меня будет возможность, то будем делать, допустим, от 100 тысяч до миллиона. Я думаю, вы поняли. Все, пацаны, начинаем. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Алиса, назови число от 1 до 234. Выпало число 83. Короче, чуваки, выпало число. Однако. Блять, как ее заткнуть? Она меня заебала. Ага, выпало число 83. Отлично. 83. Смотрим, ID 83. Так, Дмитрий Легун это у нас получается. Теперь нужно его найти. Каким образом? Сейчас я кину объяву, что ищу этого человека. Так, пишем АД. Ищу человека по имени Дмитрий Легун. Все, я кинул объяву. Теперь будем ждать, пока я с ним свяжусь. Если я с ним не свяжусь в течение 10 минут, то мы выбираем другого игрока. Я постараюсь в этой серии, получается, найти трех игроков. Игроков и дать им рандомную сумму денег, которую выберет Алиса. Ну что ж, вышло мое объявление, теперь осталось ждать, пока он мне что-либо напишет. Так, короче, я связался с ним, он написал знак вопроса, я пишу, нужно с тобой встретиться, ты где сейчас? На базу дальнобоя в ГО. Я пишу, хорошо, еду. Все, теперь едем на базу, и потом уже, я когда с ним встречусь, я спрошу Алисы одно, ну, число, короче, от 1 до 10, и эту сумму я должен буду ему передать. Так, ну что ж, вот он, давайте теперь спросим Алису. Алиса, назови число от 1 до 10. Выпало число 6. Так, выпало число 6, пацаны. Это значит 60 тысяч. Пай, 83. Давайте 50 передаем сначала и потом десяточку. Так, надо, чтобы он принял. Так, пусть принимает, потом я расскажу. Так, еще десяточку ему нужно. Давайте я сейчас ему объясню и продолжу. Так, все, я ему объяснил, в принципе. Дмитрий Легун, большой тебе привет. Все, я ему передал 60 тысяч. Ну что ж, давайте выбирать следующего игрока, получается. Алиса, назови число от 1 до 253. 114. Так, выпало число 114. Давайте смотрим. 114 ID это у нас
Насим Ногано какой-то. Давайте пишем объяву. Блин, на самом деле, пацаны, много попыток, но плохие попытки я вам показывать не буду, потому что видос будет довольно-таки длинный, я думаю, неинтересный. Попытки я вам показывать не буду, я буду показывать готовый результат, где я смог встретиться с игроками и передать им деньги. А там, где я не смог встретиться с игроком, я показывать вам эти моменты не буду. Их будет много, но я их показывать не буду. Но это не точно. И снова, короче, чуваки, плохая попытка, потому что чувак в АФК, вот, объява моя вышла. Вот, про него вышла объява, а он в итоге в АФК, я посмотрел. Поэтому с ним, скорее всего, мы пока что связаться не сможем. Я подожду пару минут, если он выйдет с АФК, я кину еще одну объяву. Короче, он как был в АФК, так и остается, поэтому давайте пробуем выбрать последнего какого-то игрока, потому что уже, наверное, человек 7 я пытался с ними связаться и связался только с первым, который был самый первый, с ним я смог связаться и передать ему деньги. А все остальные просто, кто-то просто не отвечает, кто-то в АФК, кто-то еще что-то. Вы поняли, я думаю. Алиса, назови число от 1 до 255. Число 203. Итак, число 203. Окей, сейчас давайте найдем этого человека, этого игрока. 203-й, Ваня какой-то, Колесник. Ну, давайте кинем объяву, что мы его ищем, и попробуем с ним связаться. Итак, короче, пацаны, вышло объявление, прошло буквально пару минут, и в итоге он мне не пишет, этот человек, хотя у него ФК, я смотрел через ID. Да, вот, Ваня, Колесник или Колесник, не знаю, как правильно читается. У него ФК, но он мне не отвечает. Возможно, просто, знаете, по идее получает, сам находится сейчас в школе. Поэтому, пацаны, там я буду заканчивать. Как по мне, рубрика очень классная, но я еще название придумал. Предлагайте свои идеи в комментариях, как назвать эту рубрику. В чем классная эта рубрика? Тем, что ты не знаешь, кто будет, и ты не знаешь, какую сумму ты ему отдашь. Как бы это очень круто. Может упасть как и подписчик, так хейтер, так и игрок, который меня не знает. Это очень круто, пацаны. Поэтому я надеюсь на вашу поддержку. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем пока-пока. Набираем под этой серией 200 лайков, и выходит новая серия этой рубрики.